Одесских журналистов пригласили на пресс-конференцию с громким названием «Об изменениях миграционного законодательства, касающегося порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории Украины». Но на деле оказалось, что изменений-то по сути никаких и нет. Собравшиеся представители миграционной службы просто зачитали выдержки из действующего законодательства, отметив, что, несмотря на сложившуюся сложную политическую ситуацию, пока никаких изменений вносить не планируется. Если это граждане Белоруссии, то они въезжают на 30 суток, к ним не относятся 90 суток. В отношении граждан России, если этот вопрос интересует, то граждане России прибывают на территорию Украины на данный момент 90 суток в течение 180 с даты первого въезда на территорию Украины. Интересная картина складывается только вокруг Крыма. Теперь наши граждане могут отдыхать только 90 дней, подобно иностранным туристам. На вопросы журналистов о постоянных проблемах с получением загранпаспортов и ажиотажем вокруг открытия виз, чиновники отрапортовали также бодро. Особо никто никуда не уезжает, да и проблем с паспортами нет. Много было когда-то, а сейчас, вот за первый квартал 2014 года, у нас выехало из Одессы, Одесской области 217 человек. Ну, в принципе, конечно, все относительно, много или это мало, потому что в первом квартале 2013 года у нас выехало на постоянное жительство 124 человека. В общем, если верить сотрудникам иммиграционной службы, то сейчас в паспортных столах тишь да гладь, да божья благодать. Всеволод Ананьев, Алексей Мураховский, Думская ТВ.